Продолжаются мероприятия, посвященные 85-летию образования Жамбылской области. И в этой связи проводится республиканский турнир среди девочек. Юные спортсменки, занимающиеся художественной гимнастикой, представили свои выступления. Сегодня в Тарази собрались около 800 юных дарований. Большинство подростков, занимающихся художественной гимнастикой, пришли в этот вид спорта в 3-4 года. Я приехала из Астаны на соревнования. Всем желаю удачи. С 3 лет хожу на художественную гимнастику. Этот вид спорта мне очень нравится. Мы приехали с Астаны, со столицы, на чемпионат открытой Жамбылской области. Приехали как показать свою программу, как поучаствовать на соревнованиях. Также надеемся быть призерами. Цель нашей поездки – это выполнение спортивных разрядов. Отметим, что в этом чемпионате принимают участие команды из 16 областей республики. Цель – популяризация этого вида спорта среди подростков. Наша цель – это подготовка областной команды развития этого вида спорта в регионе. Также мы занимаемся и пропагандой этого вида спорта. В соответствии с положением, спортсмены-победители награждаются специальными медалями и благодарственными письмами. Также им будут вручены памятные подарки. Ильдар Гизатуллин, Ямек Иншинбек, Айкон Акпарат.